Чтобы выжить, ребенок алкоголика научается отрицать свои чувства, мысли и реакции на происходящее в доме. В детстве Ира игнорировала скандалы родителей, уходя из реальности в компьютерные игры. Сегодня Ира при стрессе просто ничего не чувствует. Все так же уходит из реальности. В детстве Катя научилась справляться с болезненными чувствами, заедая сладким и мучным свои чувства. Сегодня Катя стала пищевой зависимой и на автомате при чувстве тревоги и беспокойства ест сладкое и мучное. В детстве Лида выучила, что лучше маме не говорить о своих проблемах и чувствах, иначе ей прилетит. Сегодня Лида не умеет просить о помощи, полагается только на себя, из-за чего психически неустойчива. В детстве Алина научилась быть героем, хорошей девочкой,